Сейчас мы приготовим на завтрак хот-дог. Хот-дог я предпочитаю хлеб разрезать на 4 маленьких кусочка, потому что обычно я готовлю детям, а ребенку справиться с большим хот-догом сложно. Ну, по схеме немножечко масла. Чтобы вкуснее было, хотя дети и так любят, почему-то очень любят хот-доги. Колбасы немножечко, чтобы кусочек было видно. И сыр я тру на терке. Во-первых, его сложно отрезать тоненький кусочек, а во-вторых, так запекается гораздо быстрее. И отправляем на минутку в микроволновую печь. Ну вот, хот-доги готовы, не понадобилось даже и минуты. Ушло всего 32 секунды. Аккуратненько их переложить на украшенную тарелочку. Любому ребенку понравится такая вкусняшка. Да, и не только ребенку, но и нам с вами. Приятного аппетита!